Приветствую вас, друзья. Продолжаем прохождение Самарос 2. Это вторая часть. Прикольно. Тоже сюрреалистичный мир. Играем за какого-то чувачка непонятного. В колпачке белом. Вообще весь в белом одет. Ладно, не будем тянуть. Давайте погнали, узнаем, что здесь будет. Тоже не знаю. Видео, скорее всего, будет около 20 минут. Да. Такая вот штуковина у нас. Погнали. Какие-то странные существа, смотрите. Не понял. Они груши тырят. Откуда-то с другого, наверное, куска чего-то прилетели. О, нет, псину сперли. Так, надо выручать. Интересный мир. На свеклу похоже, что ли? Да начнется квест. Ну что, погнали. Ой. Ну-ка. Так, смотрите, это кликабельные штуки. Одуванчики, что ли, какие-то. Все, больше не берется. Так. Нам надо туда, да? О, лестница есть. Ого. Снова муравьед. В первой части тоже был. Только тут уже маленький. Он что-то пьет, смотрите, присосался к чему-то. Зачем? Упал. Так прикольно упал замертво просто. Ну-ка еще раз. Опять пьет. Дж. О, можно здесь что-то нажать. Так, ладно. Что это за... Слизняк делает свою раковину из железа. Что за обезьяна такая? Это маг. Пойдемте посмотрим, что здесь. Такой звук. Так, это что за механизмы? А это? А, ну-ка. Так, отлично. Что-то добавили.
Да это зараза. О, пробка. А ну-ка. Пока все очевидно. Ты такой, блин. Замечательно. Так, огонь. Маковую настойку сделали. Вырубил. А, молоток. А, понял, что нужно сделать с ним. Что это за мир такой? Мокрицы какие-то. О, лицо вылезло. Кто-то подглядывает за нами. Так, тут еще и пауки, наверное, будут. Ой. Еще какая-то фигня. Ой, сожрали. Фу. Так, теперь что? О. Потроха. Поймалась, пойм... Ух ты, нифига, паук так. Погнали дальше. Так, где мы? В какую-то фигню провалились. Термитник как. Какой-то мыши, ну а хоть не повесилась в холодильнике. Это холодос, да? Эй. О. А, надо вытащить. Ну-ка. Я. А, ни хрена. Не, смотрите-ка, можно успеть. Нет, так, так. Нет, нифига. А вот сюда можно. Давайте посмотрим, что здесь. Вот она, эта скотина. А вот наши груши. Или что это? Не понял. Так, это что, какая-то фигня? Не кликабельно. О, фонарик. Лампочка, по-моему, да? Да, лампочка. Так, может выключить у нас фонарик будет? Ну-ка. Не, нифига. Так, а что делать? Стоп. Нет? Нет. О, двойник. Или тройник, двойник. Все. Холодно здесь станет. А, нет, она отодвигается. Я думал, сейчас заморозим тут все. Думал, сейчас накроет.
шарик здесь. Вода. Шарик поднимается и снова перекрывает. Так. Так, тут два крана. Какая-то рыбеха. Еще раз. Отлично. А звук своеобразный ритм, кстати говоря, послушайтесь. Не просто так что-то там капает. Так, следующее, что здесь у нас? Тоже какой-то резервуар, не знаю. Рыбёхи плавают. Может, в таком положении? Нет. О. Нет. А, красный совместить. Точно. Прикольно сделано. Так, ладно. Мы внизу. Я так понял, нам надо... Что-то здесь болтики прям как-то ярко выраженные. Так, и что здесь? Стопы куда угнал? А ну-ка, ну-ка. Еще раз. Дай-ка мне. Нет. А, нет, подождите-ка. Откручивается. А этот почему? Ну-ка, цифру 2. Больше, точно. Все, ремень скинули привода. Так, нам надо теперь обойти. Он сейчас вниз, я так понял, спустится ремонтировать эту штуку, да? Да, вернулись. Здесь ничего. Так, он починил, кстати. На лестницу можно забраться. Вот они, наши груши. Смотрите, уменьшаются. Ну-ка, переложить, что ли, все надо? Да. А, залезть. Сейчас узнаем, куда эти банки отправляются. Сожрали.
Так, давайте смотреть, что здесь можно. О, наша псина. За сосиской гонится. Для... Собаку украли, чтобы ему прохладненько типа было. Поломали там футбол, что ли? У него точно. Да. Какое-то странное растение. Мокрица ползет. Так, ладно. Давайте смотреть, что здесь надо сделать. О, бедная собака устала. О, в другую сторону запустили. У него здесь кнопка. Точно. Ну, ключ. Спасли. Быстро закончили мы. Топливо на исходе. Вот это проблема. Значит, еще не конец. Будет интересно, куда же они сейчас прилетят. Дрейфовать в космосе? Нет, еще один мир. Прикольно. Да, вот это существо. Смотрите, сколько всего тут нам надо будет посетить. И что это? Маяк. Похоже на маяк. И существо какое-то странное. Так, наша консервная банка разбилась. Какая-то бабочка. О, цветок. Так, бабочка и цветок, наверное. А это что? А, он бегает тут, типа этот жук перевернулся. О. Так, что-то непонятно пока. Так, бабочка здесь как-то ползала, и на нее, по-моему, можно было нажать, но что-то я не успел. Во. На цветок, да? Да. Ну-ка. Уи! Помогли. Какой тяжелый. Так, давай, помоги мне теперь. Давай, вылазь. Подождите-ка. О, сильно раскачивается. Нет, нет. Еще раз. Замечательно. Так, давайте смотрим, что дальше. Поехали отсюда. Ну, блин, я думал, полетим. Действительно, поехали. О, снова. Локация называется Лесик. Какая-то сорока непонятная. Снова этот, кстати, чувак, который в первой части был тоже кальян там курил.
Снова курить хоть что-то пока. Сорока, держи. Куда я? На хвост? Нет, на хвост нет. Опа. А, сорока точно утащила трубку. Еще раз, что ли? Ну-ка. Точно. Свистнула. Внизу что-то? Какой-то мешочек. Так, а как туда? А, собака пойдет. Нифига, собаку управлять будем. Интересно. Вау. Енот какой-то непонятный. Вот он, мешок. Так, а взять мы не можем. О, смотрите, еще вход здесь. Так. Давайте посмотрим. Так, выйти нельзя, здесь нельзя. Этот, блин, рычит, зараза. Взять нельзя. О, вода. Зачем нам вода? А, вон что, давайте еще раз. Косточка. Еще можно раз? Ну-ка. Интересно. Больше не растет. Напоследок попьем. Такие грибы. Маленькие какие-то странные. Какой странный мир. Отросли эти штуки. Это, скорее всего, разработчик. Один из разработчиков. Так, кликабельная блоха. И что с ней делать? А, во. Маджак. Уровень называется. Так, а, такси. Нам нужно такси. Давайте смотреть, что здесь. Колокольчик ему в глотку? Нет. Смотрите-ка, можно сюда. Так, это что у нас? Ну, что он делает? А, ну-ка еще раз. Это заправить, что ли? Это заправщик. Только здесь что-то как-то сдуто все. Шарик какой-то, по-моему, да? А, вон, накачать. Нет. Нет. Так, как его разбудить? Че он рот открывает? Так, как свалить теперь отсюда? О. Зайти нельзя, зайти нельзя. Что делать? А, можно. Так. Какая-то горелка, но это маяк. Ром. Рыбное масло какое-то. Рыбье масло. Кофе. Это какая-то красная штука и мешочек чего-то. А, приготовить надо. Блин, надо просто, наверное, может, кофе? Давайте такую мега-смесь. А это что? А, это вода. Логично.
Так, и что, закипятить? Точно. А, вон что рот открывает. Так, долго кипеть надо, нет? Не понравилось. Давайте просто кофе сделаем. Горячий кофе. Помогло. Так, ладно. Ну что, погнали? А, подождите-ка. Ну, тут не просто так вот эта фигня. Я не знаю, что это. Чего? О, гора. А, тут тропинка прям, смотрите, наверх. Погнали, посмотрим, что там. Да, вот эта игра более обширная уже. Мир более обширен. Более разнообразен. О, а это что за тюлени? Летающие. Газующие причем. Так, о, камыш. Виллы тут есть, смотрите-ка, ну-ка давайте его. Точно. Сейчас упадет. Вместе с виллами, главное, чтобы не наткнулся. А, чихнет. А, это кормушка. Так, а что за херня? Посмотрим, что... А, виллы. Покормить этих тюленей летающих, газующих. Подождите-ка еще раз, секунду. Пока, в принципе, предполагаю, что можно сделать. Стоять. А, это регулировать. Давай. Так, не пойму. Улетел. Мы куда-то в космос. Так, ладно, еще раз. Не понял. Вот эту, может, надо дернуть. Давайте посмотрим. По серединке вот так вот сделаем, если это середина. Так, снова сюда. Снова улетел. Так, что-то не то. Блин. А, подождите-ка, ну-ка. А, там хоть кликабельная штука. Нет, ничего не нажимается, кроме вот этой штуки. Вот он, шарик внизу. А. А, он берется, все ясно. Что надо сделать? Сейчас посмотрим. Получается, шарик надо заполнить вот этими газами. Тюленей. Идем обратно. Заполняем. На метане, короче, гоняет это такси. Итак, да, он сейчас шарик туда наденет, по идее, как-то так, или вставит его, да, и теперь нам надо накачать. Так, давайте до максимума накачаем, насколько это возможно. 4 раза, наверное, может 5, не знаю. Посмотрим сейчас. Так, ждем.
Да, можно еще качать. Не, скорее всего, 3 раза всего. Ну что, я не думаю, что здоровый тут шар такой будет. Так, снова здесь, да? Можно взять. А этот уже все, не двигается. Да, 3 раза всего. Отлично. Интересно, куда нас такси сейчас завезет? Так, куда? А, просто вставить так. А, все. Так, а мы не спустили его просто так. Может, надо было сначала подключить, а потом накачать? Давайте проверим. Такси. Вези-вези. Такси загорелось. Так, ладно. Готово. Все, погнали. А пес, кстати, дрых. Просто подбежал и спал вместе с этим таксистом. Погнали. А, все, домой прибыли. Я думал, еще куда-нибудь. Наверное, на этом и закончим. Теперь танцую. Да хлебает еще, ничего себе. Не, пить нельзя. Пока, ну только что, блин, накатил еще и за руль. Вот что бывает. Ладно. Да, псина, нефиг тут огонь открытый оставлять. Все, мы закончили. Еще куда-то врезался. Ну все, друзья, такое коротенькое видео получилось. Это 2-я часть, закончили мы. До новых встреч и увидимся в 3-й части. Всем счастливо, всем пока и всем удачи.